От зарплаты, возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по разрешению актуальных вопросов белорусов содержатся в распоряжении президента, подписанном сегодня. Ранее, напомню, глава государства поставил задачу перед администрацией президента активнее работать с населением, быть более внимательными к проблемам граждан, слышать каждого. Документ актуализировал вопросы, которые волнуют население как в больших городах, так и в регионах. Это медицина, ЖКХ, строительство, реконструкция дорог, сфера услуг. Немаловажные направления – вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразованием, выплатой зарплат. Условно их можно разделить на два серьезных блока. Это те задачи, те направления, которые являются такими стратегическими задачами для местной власти, в первую очередь для правительства. И ряд, второе направление, это конкретные мероприятия, которые могут быть уже реализованы в этом, в следующем году по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения, в том числе в системе образования, детские дошкольные учреждения, в ряде городов, это Дзержинск, Солигорск, Заславль. Если говорить в целом по стране, это и вопросы развития Могилева, Полоцкого района, в Пинска и многих других. Серьезное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего развития выделения средств на строительство арендного жилья, выделение и строительство жилья для военнослужащих, а также обустройство конкретных военных городков, которые в частности и имеются и в Борисове. Документ ляжет в основу плана конкретных мероприятий, направленных на решение этих вопросов. А его исполнение будет на личном контроле Александра Лукашенко. Администрация президента совместно с Комитетом госконтроля будет мониторить реализацию принятых мер и ежеквартально докладывать главе государства.